Всем привет! Меня зовут Ольга, и вы на моем канале Северное вязание. И сегодня будет видеоэпизод, но вот с форматом «Руки в кадре» я просто подумала, что у меня нет крупных готовых работ, которые я могла бы вам показать, да, а все мои готовые работы и процессы, также покупки, да, все это удобнее показывать на столе, просто так вы сможете лучше все это рассмотреть. Поэтому будут сегодня только мои ручки, и, значит, сегодня я вам расскажу, покажу готовые работы за эту неделю. Также я покажу вам новую пряжу, которая у меня есть. И также мы посмотрим два моих процесса. Это один из них вы... Один из этих процессов вы еще не видели. Он начался очень спонтанно, но уже бодро-бодро двигается к финишу. Итак, давайте начнем. Значит, во-первых, я закончила вот эти вот носки, которые я вязала по описанию журнала «Навита». Многим моим зрительницам тоже понравился этот узор. Несколько человек написали мне в Инстаграм, ну, с просьбой поделиться этим узором. Ну, он действительно такой веселенький. Я уже подумываю использовать его в детском пледе. Да, в детском пледе, ну, потому что, да, маленьким деткам интересно вот это вот все трогать, наверное, будет интересно, но во всяком случае своему младшему сыну я такой плед вязала, ну, не таким узором, а плед с шишечками. Вот, что у меня здесь случилось? Это пряжа Навита 7 братьев, это пряжа 100 грамм 200 метров, и я с чего-то решила, что мне хватит 100 грамм. Но узор, как вы догадываетесь, очень прожорливый, да, тут не только косы, но еще и, да, все усыпано этими шишечками. Соответственно, у меня кончилась пряжа вот на этом моменте, вот здесь. И, ну, я пошла искать по запасам пряжи, думала, ну, вдруг у меня, я раньше очень часто покупала эту пряжу, и думала, вдруг у меня где-то завалялся там остаточек. Раньше она была в мотках по 150 грамм, поэтому у меня всегда оставалось очень много остатков после вязания из этой пряжи, да. Это теперь она только с этого года по 100 грамм продается. И, ну, этой пряжи у меня не оказалось, и я случайно заметила, что у меня есть пряжа Drop с Каризма, тоже серого меланжевого цвета, и я связала из нее. То есть вообще, в принципе, не видно разницы как таковой, ну, вот по цвету, мне кажется. Я не знаю, но как-то, как вот так интересно совпало, да, то есть это разные совершенно производители, разные даже составы, но вот так совпал цвет просто один в один, да. Дроп с Каризма — это 100% овечья шерсть, толщина точно такая же. Но тут случилась небольшая проблемка. Я после ВТО, ну, я, естественно, вязала все по схеме, то есть одинаково два носка, одинаковое количество рядов. Ну, вот как по схеме мы идем. Но после ВТО тот носок, который из Drop Charisma, он растянулся, и он на ноге болтается. Да, он растянулся где-то всего на сантиметр, но это, в принципе, критично. Ну, в случае домашних носков, ладно еще, но вообще-то, да, вот видите, и он прямо на ноге болтается. Вот, так что, ну да, Drop Charisma, она все-таки не носочная пряжа, и, вероятно, она скоренько придет в негодность, потому что ни полиамида там ничего нету. Но ничего, надеюсь, что этот сезон я отгуляю в этих носках. Вот, первая готовая работа. Дальше, я наконец-то расквиталась с моим долговязом. Да, это смешно, но детские носки могут быть долговязым. В общем, связались носки, постираны.
блокаторов для детских носочков у меня нет. Значит, это пряжа, вот эта очень красивая пряжа, да, Регия Куатро называется. Вот такая вот она какая-то, не знаю, даже как на акварельная, что ли, такие размазанные, да. Ну и вот эта пряжа, это пряжа носочная Лэнг. Вот, это тоненькие носочки, 420 метров на 100 грамм. Я одеваю их ребенку в зимние сапожки. Но мы сейчас болеем, до сих пор болеем, и представляете, мы уже третью рабочую неделю, получается, будем на больничном. У нас во вторник врач, ухо, горло, нос, посмотрим, что нам скажет. Так вот, и дома ребенок у меня ходит в толстеньких носочках, вот именно из пряжи 200 метров на 100 грамм. То есть, ну, вниз я одеваю обычные хлопковые и сверху шерстяные. Так вот, у меня уже давно лежит вот такая пряжа. Это подарок был от моей подружки Олечки. Она там путешествовала где-то по России. И, значит, в одной из своих поездок она купила вот такую пряжу, увидела. Эту пряжу делают в монастыре. Сейчас уже не помню в каком. Конечно, Оля мне все писала, да. В общем, эту пряжу делают в монастыре и придут и вымачивают ее в каких-то растительных составах, отварах, в общем. И вот два таких мотка у меня были очень долго, я их берегла, берегла, но она какая-то для меня особенная. Вот. И тут я подумала, что же я ее берегу, вдруг она какая-то целебная, сделана в монастыре, плюс связана мамиными ручками с любовью. Вот. И значит, да, связала я для дома вот такие носки ребенку. Они, конечно же, безумно колючие, но это не на голую ножку, да, одеваются они. Я даже не убирала сена, вот когда я вязала. Я не скажу, что там прям очень много сена, но вот мусор такой вот есть. Вот, я его даже не убирала, я не знаю, мне как-то очень-очень хотелось оставить все максимально как есть. Не знаю почему. Даже она пахнет даже как-то по-особенному. Пробивается запах овчины, но все равно какие-то еще запахи, как, я не знаю, деревом в бане пахнет или от. Я не знаю, в общем. Да, вот связала, значит, пара таких носков для дома. Мы в Эстонии, да, мы называем такую шерсть, мы называем маавил. Если дословно перевести, это деревенская шерсть. Но это не описание места ее производства, да, это как бы описание самой ниточки. То есть, если мы, например, вязальщицы в Эстонии друг другу скажут, что, ну, это шерсть маавил, то другая вязальщица поймет, что эта шерсть очень грубая, колючая, овечья, такая очень согревающая, очень вот такая, ну, с колючками, ну, как бы это толстые волоски овечьей шерсти, да. Вот, но это как раз-таки та шерсть, которая, например, используется для каких-то компрессов и, ну, вот такого, да, рода там. Моя бабушка это использует, например, такой платок для поясницы, то есть, ну, когда у нее болит поясница, например. Вот, рассказала. Я, честно, не взвешивала, ну вот ушло чуть-чуть. И у меня еще есть вот такой. Очень красивая, натуральная красота. Хочу связать еще, кстати, бабушке. Вот. Это все мои готовые работы. Теперь давайте посмотрим новую пряжу.
Итак, на этой неделе у меня были как подарки, так и одна, честно так сказать, спонтанная покупка. Давайте начнем с подарков. Это подарок, опять-таки, из Москвы от моей подружки Олюшки. Значит, у меня, ну вот, в общем, что. Вы видите, так растрепалась. Это бедная посылка. Опять ее таможня задержала. В общем, не знаю, финская таможня меня недолюбливает. Недолюбливает. Я вам говорила, не знаю, уже не помню, в каком-то видео, да, я вам говорила, что я хочу связать кардиган такой, знаете, в стиле как дедушкин или папин, я не знаю, ну, мужской кардиган, ну, для себя, да, своеобразным вырезом со спущенным плечом, с этими с пуговками, вот. И для этих целей я видела почему-то только вот такой серьезный синий цвет. И когда я поехала покупать, ну, с целью, да, с конкретной целью купить пряжу для этого кардигана, я хотела дроп слима купить, но так как сейчас распродажа, все хорошие цвета, разумеется, разобрали, и я купила то, что осталось, я купила петрольный цвет. Но это, честно, не то, что я видела в своей голове. И еще до того, как вышло это видео, где я говорила, да, про такой серьезный, взрослый, можно сказать, мужской синий цвет, в это время Оля, еще не видя это видео, уже отправила мне эту пряжу. Вот так вот бывает. Да, так бывает. В общем, эта пряжа, значит, Ализе Суперлана Макси, цвет номер 58. Вот это прямо тот цвет, который я хотела. Вот прям тот. Это 75 акрил, 25 шерсть, 100 грамм, 100 метров. И что по спицам? Спицы 8-10, ничего себе. Очень толстые спицы. Вот. И у меня 11 мотков. Да, 1100 метров, и я буду из этого вязать себе кардиган такой большой в мужском стиле, как будто с дедушки, от дедушки по наследству. И еще этот моток меня просто меня убил. Ну, посмотрите, какой он огромный. Так, подождите, давайте их сравним. Вот Ализе Макси, да, тут такой объемный акрил. Этот моток тоже не маленький, но этот, это просто нечто. Это просто нечто. Я не могу, я когда его достала, я просто в шоке была. Значит, это пихорка фантазийная. Так, что тут у нас? Это полушерсть. Здесь 50 шерсть, ну и 50 акрила. И в этом, значит, в этом мотке 830 метров, то есть 360 грамм, представляете? Вот, но это тоже такая, да, букле, это тоже, ну, такая подвид мохера, да, то есть когда мохер вот так вот закручивают. Значит, я почему-то сначала, вот когда я ее достала, я подумала, что это будет шарф. Ну, не знаю, почему-то у меня букле ассоциируется с шарфом. Но потом, когда я посмотрела, что здесь же 860, ой, 830 метров, рекомендуют спицы, кстати, номер 6, я подумала, что почему бы не связать кое-что другое. Плечевое изделие. Я пока не скажу, что, потому что мне нужно связать образец и понять, как вот эта красно-черная расцветка будет ложиться. Если она будет полосками, но тут важно понять, какими полосками. Если тонкими, то ничего страшного. В общем, надо связать образец, да, и посмотреть, как будет это ложиться. Но это очень классно, не знаю, такой он прям красный, рождественский с черным, очень красиво. Так, цвет 106, 106, вот. Такой новогодний цвет. Посмотрите, господи, она гигантская просто. Просто гигант. У меня такой в первый раз. Так, значит, да, поэтому я свяжу образец, посмотрю, как ложатся секции. И очень хочу связать из этого плечевое изделие. Так, и дальше последняя покупка.
Да, последняя новая пряжа, и это уже была покупка спонтанная, потому что мы совершенно незапланированно попали в магазин, где есть пряжа. На эту пряжу я частенько посматривала, я ее щупала, трогала, там прикладывала, вот, любовалась. Там у нее прекрасные расцветки у этой пряжи. Но когда я смотрела на цену, я как бы оставляла ее на полочке. Но для меня цена дороговата. 50 грамм этой пряжи, вот один моток стоит 10 евро. Ну, это как бы чуть-чуть дорого. Значит, пряжа называется вот так вот, по-испански не говорю я, к сожалению. Это производитель Катя, 50 грамм, 140 метров. Рекомендуют спицы 5-5,5. Состав здесь у нас 78% мохер, 13 полиамид, 9 шерсть. Это, в общем-то, очень толстенький такой мохер. Но очень пушистый, просто очень пушистый. Я говорила, что в последнее время мне хочется вязать цвет 68, красивый цвет в палитре Drops, он называется шалфей. А у Кати я не знаю, как он называется, но цвет красивый, да. Вот, очень большой моток, но он очень слабенько, честно говоря, намотан тоже, да. Вот, в общем-то, это уже грозило. Я купила три мотка на 30 евро, три мотка. Я хотела посмотреть, в общем, я хотела из этого связать джемпер, да, из этой пряжи. Я хотела посмотреть, сколько примерно мотков нужно. То есть, понимаете, я не хотела покупать с запасом, потому что, ну, это дороговато. Вот, я купила три, думаю, отвяжу, например, ну, реглан тела, да, и потом посмотрю, сколько еще надо докупить, чтобы, ну, как бы впритык, да, чтобы не оставалось эта пряжа лежать, потому что, ну, это просто такой мертвый капитал, да. Вот. И, значит, если бы не видео пятничное, ну, которое вот я в пятницу сегодня записываю, да, я бы уже связала бы и этот моток, потому что у меня два мотка уже связаны. Вот, но я хотела вам показать этот моток именно в первозданном виде, какой он большой, как бы, ну, я даже не знаю, с чем его сравнить, но он действительно большой. Вот у меня здесь есть, например, вот эта петрольная лима. Здесь 50 грамм, а здесь 50 грамм. То есть такой. Присмотритесь к этой пряже, если у вас есть такая, ну, финансовая возможность, да. Она очень пушистая, у нее масса цветов прелестных на любой вкус, там от каких-то неоновых до вот таких вот пастельных разных оттенков. Вот. Значит, ну и давайте перейдем к моим процессам от этого всего, да, рассказы. Я вам покажу, насколько прелестна эта пряжа в полотне. Ну и вот, у меня уже это дело не влезает в кадр, потому что это, ну, очень такой, ну, оверсайз, это удлиненная линия реглана, обычная горловинка, вот прям я хотела, чтобы она под горлышко была, вот, ну и вот два мотка, это вот столько, то есть 280 метров. Весь мой вот по спинке, да, 50, я так задумана, 55 сантиметров по центру спинки, и затем у меня еще 10 рядов резинки должно быть. Сейчас у меня 52 сантиметра по спинке, ну, то есть, очевидно, не хватает одного мотка единственного, да, но все равно стоимость материала, то есть, стоимость затрат на материал для одного джемпера 40 евро, ну, это много. Но зато вы такое изделие с таким составом точно нигде не найдете, да? Так, это до ВТО и до расчесывания. Я поняла, как важно изделие из мохера расчесывать. Теперь у меня есть щеточка. Вы знаете, я была вот когда на ярмарке в Тампере, ярмарка рукоделия неделю назад, да, или 2 недели назад я там была. И там был стенд с мохерами именно, да, там и букле было, там мохеры как это, трех разновидностей по толщине, то есть совсем тоненький там на паутинке, средний и вот такой толстый.
Но там было какое-то африканского производства мохер, в общем, очень дорогой, безумно дорогой, там по 20 евро 50 грамм. Но к чему я это говорю? Женщина, вот, которая там за стойкой была, да, у нее там много-много было этих образцов, и у нее была такая щетка, знаете, мне напомнила эту щетку для обуви. Она, правда, со светлой щетиной, и вот она этой щеткой вот так вот эти все мохеры расчесывала. Ужас. Я бы, ну, побоялась там, но нет, им ничего не будет, они наоборот так шух, становятся, знаете, такими очень пушистыми. Ну вот я купила маленькую, да, щеточку, я показывала, не знаю, куда я ее дела. Я еще ее даже не открывала, потому что мне пока что расчесать нечего было, да, но мою паутинку я боялась расчесывать. Она уж совсем тоненькая. Вот. Но это изделие, да, я постираю и потом буду расчесывать, чтобы оно было такое пушистое-пушистое. Вот. То есть я вывяжу вот еще этот моток и потом буду ждать визита в этот магазин. Он до Рождества обязательно у нас случится, потому что именно там мы планировали покупать Тимуру подарки на Новый год. Вот. И там именно я докуплю моточек этой пряжи. Ну, в общем-то, да. Она, конечно, того стоит. Это очень красиво. Но дороговато, дороговато, скажем так, друзья мои. Вот, дальше следующий процесс. А, кстати, вяжу на шестерке эти резинки на четверке. Потому что, честно, да, рекомендуют 5-5,5, но даже на шестерке как-то уж очень забито получается. Не знаю. Вот. Значит, следующий мой процесс – это моя лапопейса. Опять же, по описанию журнала «Навита», опять же, я некоторым девочкам уже отправила схему узора, потому что она многим понравилась, да, я согласна, это очень миленькое, миленькое изделие. В общем, что у меня изменилось с прошлого видео? Значит, вот готова полностью кокетка, да, вот этого последнего узора не было, когда я вам показывала. Теперь вот это все есть. Вывязан также росток, вот тут, да, разница видна. И чуть-чуть уже я провязала вниз. Я не спешу с этим. Так, вяжу в удовольствие, но как же мне нравится, боже же мой, очень красиво. Ну, посмотрите этот цвет. Значит, я вяжу из бобинной пряжи, это альпака с полиамидом, шнурок 250 метров. Так, наклейка есть, можно посмотреть. Да, 250 метров на 100 грамм вот такого цвета. И вот этот светлый, это Drops Air. У меня еще будут полоски с узорами на рукавах. Вот. Значит, вяжу, примеряю, потому что хочу, наверное, скорее всего, хочу все-таки сделать его на уровне, ну, не длинным, то есть, ну, не укороченным тоже, но не длинным, чтобы можно было носить и с юбкой, чтобы можно было его заправить там уголок куда-то, знаете. В общем, вот буду вязать, примерять, и когда почувствую, что хватит, тогда остановлюсь, конечно. Так, вяжу, кстати, я вяжу на размер L, мой размер S, и он, я не скажу, что он широкий, он нормальный. То есть я не знаю, но почему-то лапопейсы вяжут, ну, по описанию, вот если смотреть, да, они в обтяжечку все. Ну, я не знаю. Вот мне этим и нравятся, да, жаккардовые свитера японских дизайнеров, потому что там красивые жаккарды, там всегда оверсайз, там нету лапопейс в обтяжечку. Но это, представляете, из альпаки или из летлопи связать себе в обтяжечку, но это просто садомаза, мне кажется. Вот. Но он, я рада, что я взяла L. Ну, честно, можно было бы взять номер, размеры побольше. Там и XXL, по-моему, есть в описании. Вот, то есть это не
Очень, это, ну, не назвать оверсайзом точно. В общем, буду потихонечку вязать. Да, я говорю, что с этим я никуда не спешу. У меня сейчас обязательно, что мне нужно побыстрее связать, это вот такие вот носочки еще, только зеленого цвета, большего размера. В подарок, да, смотрите, представляете? А, нет, не здесь. Подожди. Я где-то пропустила, когда уже сушила эти носочки, я заметила, что я в одном месте пропустила, во, пропустила шишечку. Представляете? Ну, можно сейчас ее надвязать, но я просто, честно говоря, забыла. Вот сейчас, пока на них смотрела, вспомнила. Вот, мне, значит, нужно связать точно такие же носочки зеленые на 39 размер. Вот. Из другой пряжи уже буду вязать, которую тоже вам показывала в покупках, которые я сделала на рукодельной ярмарке. Вот такая красота. Сегодня вечером, ну, уже, честно говоря, поздно, уже скоро спать, но я, наверное, все-таки хотя бы часик вот эту красоту повяжу, посмотрю, что там на Ютубе у нас там новенького. Вот, посижу в тишине с чайком и повяжу эту прелесть. Так приятно вязать эту альпаку, она ложится очень-очень хорошо. Вяжу на 4,5. Кстати, думала, что перейду после жаккарда, я вязала на 4,5. Думала, что после жаккарда перейду на четверку, но нет, осталось на 4,5, потому что, ну, как-то хорошо выглядит. Все хорошо. Вот здесь обратно поворотные ряды, и все равно хорошо. Никакой рядности, ничего нету. Все-таки, да, вот этот вот меланжевость, либо это альпака пушистая, но как-то красиво прям. Как будто я профессионал. Как будто профессионал, да. Вот все мои новости. Надеюсь, что вам было интересно. Больше рассказать нечего. В общем-то, да, мы продолжаем сидеть на больничном, так что следующая неделя у меня тоже домашняя. С ребенком, честно говоря, снимать не получается вообще, вязать очень-то урывками. Вот, в основном играю с ребенком, мастерим всякое разное. Вот, ну и все. Ну, в общем, что-нибудь повяжу, что будет, расскажу вам в следующую субботу. Желаю всем крепкого-крепкого здоровья, красивой зимы. Одевайтесь теплее, одевайте своих деток потеплее. Вот, всем всего хорошего и до следующей субботы. Пока-пока.